Натали Томпсон. Знаю, вас уже спрашивали, но под видеозапись. Вы отказываетесь от адвоката? Отказываюсь. Вы задержаны по подозрению в заговоре с целью похищения Лео Ньюмана. Без комментариев. Мимо. Тут явно какое-то недоразумение. Мы не знаем, что это. Террористические, политические мотивы или вымогательство. Парни, Лео Ньюмана упаковала в чемодан банда в масках. Полиция Нью-Йорка ищет четверых. Мисс Ньюман, страшно представить, каково вам в эту минуту. Я люблю сына. Пусть он вернется. Нас подставили. Почему нас? Не знаю, зачем, но что у нас общего? Мы англичане. И все мы были в Нью-Йорке в день похищения. Ну, какие из нас похитители? А похититель он какой? Такой. Без доказательств невиновности нам уже не отмыться. Все образуется. Ты понимаешь, что делаешь? Нет, но назад не отыграть. Никто не увидит во мне мать. Я в первую очередь глава фирмы. Подыграйте, других вариантов нет. Все как по учебнику. Правда, в учебнике нет главы похищения твоего сына. Вас просят выступить с обращением, и тогда Лео освободят. Они хотят услышать от вас правду. Мы все больше запутываемся, но остается шанс, что люди поймут наши мотивы. Вы с самого начала недооценили этих людей. Скоро правда откроется.